Сейчас мы будем молиться. Lord Jesus Christ, Господь Иисус Христос, I believe you are the Son of God. Я верю в то, что ты Сын Божий. And the only way to God. И единственный путь к Богу. That you died on the cross for my sins. И что ты умер на кресте за мои грехи. And you rose again from the dead. И ты воскрес из мертвых. If I have committed any sins, Lord, I've confessed them to you now. Если я совершил какой грех, я исповедую его. Not only do I confess them, и не только исповедую, but I renounce them. Но отрекаюсь от него. I turn away from them. Я отрываю себя от него. They are not my friends. Они не мои друзья. They are my enemies. Они мои враги. And I hate them. И я ненавижу их. Lord, I also forgive all other people. Господь, я также прощаю всех людей, who have ever, harmed me or wronged me. Которые неправильно ко мне относились. I forgive them all now. Я сейчас прощаю их всех. By a decision of my will. Решением своей воли. Just as I want you, Lord, to forgive me. Так же, как я хочу, чтобы ты простил меня. And now, Lord, I receive your forgiveness. И сейчас, Господь, я принимаю Твое прощение. I also renounce every kind of occult involvement. Я также отрекаюсь от всяких занятий оккультизмом. I hate them. Я ненавижу это. I will break with them all. Я порву со всяким занятием. And now, Lord, you know if there are any demons in me. И теперь, Господь, ты знаешь, есть ли во мне бесы. Your word promises. Твое слово дает обещание. Whoever shall call on the name of the Lord shall be delivered. Всякий, кто призовет имя Господне, будет освобожден. I'm calling on you now, Lord, in the name of Jesus. И теперь я призываю Твое имя. Во имя Иисуса. Deliver me from every demon. Освободи меня от всякого беса. I hate them. Я ненавижу их. I drive them from me. И я изгоняю их от себя. And I breathe them out in the name of Jesus. И я выдыхаю их во имя Иисуса. Amen. Аминь. Now let them go. И теперь пусть они оставят себя. Satan, every one of you evil spirits that's been renounced, we command him to go. Дьявол, ты и все твои бесы, мы приказываем тебе оставить их во имя Иисуса. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. You bow before the name of Jesus. Ты склонишься, перед именем Иисуса. Go from them. И оставить их людей во имя Иисуса. We declare that Jesus Christ is Lord over this gathering. Мы провозглашаем, что Иисус есть Господь над этим собранием. Lord over every life in this place. Что Иисус есть Господь над жизнью каждого человека здесь. Satan's demons are no longer welcome here. И бесы дьявола больше здесь, мы их больше не приветствуем. Out in the name of Jesus. Вон отсюда во имя Иисуса. Now, if there are people that need help, the ministry team can find them and go to them if they need it. Should I translate that? Yeah. И если теперь какие-то люди нуждаются в помощи, эта команда помощники, вы можете подойти к ним и помочь им. That's right. That's right. Go on hating them. I said, go on hating them. Продолжай ненавидеть их. Don't be passive. И не будь пассивным. Now I'm coming against specially occult spirits.
И сейчас я конкретно выступаю против духа оккультизма, волшебства и всяких связанных с оккультизмом духов. I command you spirits to go out in the name of Jesus. Я приказываю вам оставить этих людей во имя Иисуса. Release them and go out. Выйдите вон из них во имя Иисуса. You're subject to us through the name of Jesus. Вы подчиняетесь нам во имя Иисуса. You bow before the name of Jesus. И вы склоняете свои колена перед именем Иисуса, бесы. I'm going to come against the spirits of unclean sex. Я выступаю против духов нечистоты в половой сфере. Any unclean sexual demons, I command you to go in the name of Jesus. Всякий нечистый, release these people in the name of Jesus. Всякий нечистый дух половой сферы, я приказываю тебе оставить этих людей во имя Иисуса. Выйди вон! Now don't be embarrassed. И не будь не смущайся. Позволь ему выйти вон из тебя. If you have a problem with masturbation, I've told you what to do. Если у тебя проблема с мастурбацией, я сказал тебе, что тебе делать. Don't tolerate it. Не соглашайся с этим, не терпи это. It is not your friend, it is your enemy. Это не твой друг, это твой враг. Now I want to come against the spirits of fear specifically. И теперь я хочу конкретно повелевать духом страха. You remember what our confession was? Помнишь, что мы исповедовали вначале? God has not given us the spirit of fear. Бог не дал нам духа страха. Say that. Скажи, Бог не дал нам духа страха. But a spirit of power, love and a sound mind. Но духа силы, любви и здравого ума. And now you say, I renounce every spirit of fear. И скажи, я отрекаюсь от всякого духа страха. Command it to go. И приказываю ему оставить меня. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. И сейчас я выступаю против духа дурных привычек. Алкоголя, никотина, обжорства и всякого пристрастия к наркотикам. I come against them now in the name of Jesus. Я выступаю против этих духов сейчас во имя Иисуса. You addictive spirits. Вы духи дурных привычек. Release these people now. Оставьте этих людей прямо сейчас. And go from them. И выйдите вон из них. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. Out. Вон. You bow before the name of Jesus. Вы склоняетесь перед именем Иисуса. And release these people. И освобождаете этих людей. Оставляйте этих людей. Now I'm going to come against the spirits that affect the mind. И сейчас я буду приказывать духам, которые работают в умственной сфере. And I'm going to give you the names again. И я снова прочту тебе эти имена. Unbelief. Неверие. Doubt. Сомнение. Compromise. Компромисс. Forgetfulness. Забывчивость, confusion, смущение, torment, мучение and insanity. И безумие, душевная болезнь. And some of you are tormented with the fear that you go mad. И многие из вас вымучены страхом of going insane. Вы страдаете от страха заболеть, получить душевное расстройство. And you think like this, my aunt died in an insane institution. Может быть, ты думаешь, что ты говоришь так, моя тетя умерла в лечебнице, и я там же окажусь, в психиатрической лечебнице. Let it go. Оставь этого духа, ненавидь его. Every demon that torments the mind, come out! Всякий бес, который мучает разум, выйди вон во имя Иисуса. You demons of doubt. И бесы сомнений. Demons of forgetfulness. И бесы забывчивости.
Demons of compromise. Бесы компромиссов. Demons of confusion. Бесы смущения. And insanity. Come on. И безумие, выйдите вон! И сейчас мы будем иметь дело с бесами, которые влияют на твое физическое состояние. Spirits that cause sickness and infirmity. Бесы, которые причиняют и вызывают болезни и немощи. And there's one I didn't mention. И я не упомянул еще один. But I've encountered it many times. Но я очень часто встречался. It's a spirit of crippling. Это есть дух паралича. No, crippling makes your body twist your body. Искривление твоего тела. Well, for instance, it makes your spine crooked. Например, это искривление позвоночника. And many people suffer from agony in the spine. И очень многие люди страдают от боли в позвоночнике. Because there's that evil spirit twisting their spine. Потому что этот дух изменяет форму их тела, их позвоночника, искривляет их позвоночник. So I'm going to command it to go. И я буду сейчас приказывать этому духу оставить вас. Every crippling spirit. Всякий дух из паралича. Every demon of pain. Всякий дух боли. Nerve pain. Нервной болезни. Выйди вон! That's right. Be active. Будь активным. Don't tolerate. И не терпи этого. Shake them off. Сбрось их с него со своих плеч. Kick them off. Выпни этого духа из своей жизни. Now we're going to deal with head pain and migraine. И сейчас мы будем иметь дело с мигренью и головными болями. Many of you are tormented by that. Многие из вас мучены этим. I'm going to come against it in the name of Jesus. Я буду выступать против этого во имя Иисуса. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. I come against every spirit of head pain. Я выступаю против всякого духа головной боли. And migraine. И мигрени. I break your hold. Я разрушаю ваши объятия. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. Out. Вон. И сейчас мы будем молиться против аллергии. Three main kinds of allergies. И существует три основных вида аллергии. Respiratory allergies. Респираторная аллергия. We'll come against them first. Мы сначала выступим против нее. Out in the name of Jesus. Вон во имя Иисуса. Every respiratory demon. Всякая респираторная аллергия. Вон! Those of you that suffer from asthma. И те из вас, которые страдают от астмы, let it go. Оставьте эти тела. Вон отсюда. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. And then there are food allergies. И теперь пищевая аллергия. Like the little boy I told you about. Как то же самое, что та же самая проблема была у маленького мальчика, о котором я тебе рассказал. If that's your problem, I'm commanding it to go now. Если у тебя та же самая проблема, я приказываю оставить ее во имя Иисуса.
And then there are skin allergies. И также кожная аллергия. Out in the name of Jesus. Вон во имя Иисуса. Я понятия не имею, что происходит там за осветительными этими приборами. Я могу слышать, что происходит, но не могу видеть. Но я просто доверяю Господу, что Он управляет собранием. Обычно у нее слово «знание». Well, you don't have to be honest. Well, if you don't have anything, then say it. No? No. Well, I feel something. We need to come against witchcraft once more. Я чувствую, что нам еще нужно молиться против волшебства. With that, we will close. И на этом мы закончим. So, because witchcraft is really the strong man over this part of the world. Потому что этот дух волшебства является сильным у дьявола над этой частью мира. So if you have any involvement in that area, let it go. Поэтому если ты задействован в этой области, в области оккультизма и волшебства любых проявлений, оставь это. Now every spirit of witchcraft. Всякий дух волшебства. I command you to manifest yourself. Я приказываю тебе проявиться. You cannot hide away. Ты не можешь спрятаться. Come out and release the people. Выйди вон из этих людей, оставь их в покое. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. Witchcraft out in the name. Волшебство вон во имя Иисуса. We break your hold over these people. Мы разрушаем твои объятия вокруг этих людей. We release them in the name of Jesus. И мы освобождаем их во имя Иисуса. Oh yeah, that's right. Yeah. That's right. All right, brother Peter's come up with three names. And I'm grateful because I forgot them. И брат Пит наполнил мне три имени, и Бог открыл ему. First of all, apathy. Прежде всего, это апатия. Some of you are just passive. Многие из вас просто пассивные. Things are happening all around you and you're not involved. Что-то происходит вокруг тебя, но ты в этом не участвуешь. Renounce the spirit of apathy. Отвергни этот дух, отвергись от этого духа апатии. Come out, apathy. Апатия, выйди вон, оставь этих людей во имя Иисуса. And then two closely related spirits. И второй дух очень похожий. Murder and death. Убийство и смерть. Especially women that have had abortions. Особенно женщины, которые делали в своей жизни аборты. You have a spirit of murder in you. В вас дух убийства. And you need to get rid of it. И вам нужно избавиться от него. Let your pride go. Пусть твоя гордость оставит тебя. And renounce it. И отрекись сейчас от этого. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. Every spirit of murder. Всякий дух убийства, выйди вон. Во имя Иисуса. Вон. И, наконец, дух смерти, which often comes in when you say, "I wish I was dead." Который очень часто входит в тебя, когда ты говоришь, or what should have been of living. Лучше бы я уже был мертвым, или зачем мне жить? Or when you had a very serious illness. Или если у тебя была серьезная болезнь. Or you've been a long while on the operating table under an anesthetic. Long time. Long time. Или, может быть, ты долго лежал на операционном столе.
И ты сказал эти слова. Before I pray about this, и перед тем, как я буду молиться против этого, I want to repeat the words of Psalm 118, verse 17. 118. Verse 17. Yeah, it's different. Я хочу, чтобы ты повторил эти слова из псалмов, which says this: I shall not die, but live and declare the works of the Lord. Где говорится, что не умру, но буду возвещать дела Господни. Will you all say that? I shall not die, but live and declare the works of the Lord. Я не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Я не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. И еще раз. Я не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Now, every spirit of death, и сейчас всякий дух смерти выйди вон. Go from them. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. Выйди вон во имя Иисуса. Вон. Out. Вон. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. Well, now, if you've been set free, если ты получил освобождение, in any way from anything, от чего бы то ни было, the two things you need to do. Тебе нужно делать две вещи. First of all, thank God. Прежде всего, благодари Бога от всего своего сердца. Если ты действительно получил освобождение, before you leave this place, перед тем, как ты оставишь этот зал, kneel down for a moment, склонись на свои колени на несколько мгновений and give your whole life to Jesus, и отдай всю свою жизнь Иисусу как Господу. I'm going to ask the musicians to play, и я попрошу, чтобы музыканты начали играть, and while they're playing, you do that. И пока они будут играть, сделай это.